Вчерашний обстрел Белгорода не обошелся без последствий. В одном из домов на Макаренко пробило крышу. Мы видим осколки шифера, обломки каркаса. Сейчас рабочие как раз восстанавливают кровлю. Все было разбито, восстанавливаем полностью. Весь каркас, шиферное покрытие. Все будет восстановлено. Нас вызвали оперативно вчера вечером. И сегодня уже делаем точно, конкретно и своевременно. Демонтировали старый поврежденный шифер, ремонт деревянных конструкций кровли. И ждем вот сейчас новый привоз шифера. Сейчас мы со строителем Андреем поднимаемся на автовышке на крышу, чтобы оценить масштаб разрушений. Сверху хорошо видно, что осколками снарядов крышу пробило в двух местах. Заменить нужно будет около 35 листов шифера. Вы за сегодня оба пробития должны будете перекрыть? Да, естественно. Потому что погода может поменяться, люди могут утонуть, если будет дождь. Дарья Гавронская, Денис Бобков, Белгород Медиа.